Привет, мой друг! Как твои дела? С тобой Дава Дым. И сегодня у нас будет просто анбоксинг. Но не совсем простой, а анбоксинг самого жирного бокса во всей кальянной культуре. Ну, по крайней мере, так считает Славик и, конечно же, компания Burn. Ведь бокс Burn X КМТМ в коллаборации. Давайте смотреть. Бокс у нас двухсторонний. Один голубенький, а второй черный. Здесь везде Славик на касатках и Славик под дельфинами. Нравится? Мне тоже. Давайте открывать и смотреть содержимое этого бокса, потому что оно очень интересное и веселое. А самое главное, ты это можешь выиграть, потому что я пообещал вам, что этот бокс себе оставлять не буду. Ничего из него не возьму. Ни одну пачку табака не открою. Только лишь бы он достался тебе в целости и сохранности. Погнали. На что стоит обратить внимание? В первую очередь на вот такую вот сумочку. Это у нас бананка, бомжанка. Кому как удобнее. Она очень маленькая, практичная, тоненькая. Не сказать, что по качеству она супер охуенная. Но принт просто решает. Есть вот такие вот шорты. Я надеюсь, что победитель будет не девочка. А если победителем будет девочка, то, надеюсь, у этой девочки либо очень жирный пердельник, либо у нее парень в теле. И самое главное, чтобы не выиграл какой-нибудь дрыщ. Потому что эти шорты ему не подойдут. Они были сделаны для меня. Они, сука, тоже охуенные. Я это потом все складу обратно, не переживайте, трогать ничего не буду. Далее, здесь есть вот такая вот посредственная брошюрочка с линеечками Burn. Далее, если ты фанат касаток и дрочишь на Славика, то эту кепочку ты обязательно заценишь, потому что она охуенная. Ну, как кепка, она так себе, тоже посредственная, ну, кепка и кепка. Но то, что здесь КМТМ, это ты заценишь. Далее, вот такая вот ландьярда, тоже со Славиком, КМТМ на касатках и голубеньким силикончиком. Здорово, считаю, очень круто. Стикер-пак, стикер-бомбинг, кому как удобнее. Вот такой вот жетончик а-ля брелочек, посвященный вкусу Kiwi Stoner. Почему только ему, непонятно. И вот такая вот здоровенская крутая футболочка, что я тоже очень надеюсь, что не выиграет худой дрыщ, потому что она ему будет большая. Если выиграет маленькая миниатюрная девочка, будет здорово, потому что она в ней сможет спать. Кайф. Кайф? Я считаю, что кайф. А теперь давайте пойдем к самому интересному. Это у нас черная сторона бокса. Да, он двухсторонний, кто не знал. Ты его вот так вот открываешь. И здесь у нас лежат три пачки. Есть четвертая пачка, я ее просто забыл, я ее фотографировал, короче. Там вкус папайя в обед, она тоже будет в этом боксе. И здесь у нас вот так вот на ложементе три вкуса. Я их уже, благо, попробовал в Ноахуле все три вкуса с этого же бокса, только Саниного. Поэтому эти мне не придется открывать. Kiwi Stoner. Шок. Курант Шок и Чупа Грейп. Ну и еще и папайя в обед. Давайте начнем, наверное, по очереди. Я вам расскажу про каждый вкус, что он из себя представляет.
Я прокурил все три вкуса и, наверное, начну с папайи в обед. Покурил. Как бы крепость, в принципе, блэкберновская. Но вкус папайи мне, честно, не зашел. Я его и так курил, и так курил. Вот было бы манго в обед, я бы сказал бы охуенно. Либо фейхуа в обед, было бы прям заебись. Но папайя нам как-то вообще не уперлась. Ну, папайя и папайя. Киви стонер. У них получился хороший, шикарный, добротный киви. Мне очень понравилось, и я прям от киви кайфанул. Немного флешбэкнулся в альфакер на самом деле. Далее, шок, кюрант шок. Кислая черная смородина. Реально кислит, реально смородина. Тоже флешбэкнулся в детство, когда перебирали смородину. Вкус мне тоже понравился. Хорош, попробуйте. Чупа грейп. Виноградный чупа-чупс. К сожалению, вкус мне не зашел вообще. Объясню почему. Я дикий антифанат виноградов. Потому что в свое время, в молодости, можно назвать это так, я очень сильно перекурил винограда у Альфакера, у Лайлины, у Мозаи, короче. И все. Ни один виноград сейчас меня не удовлетворяет вообще. То есть я просто к нему не прикасаюсь. Поэтому любой виноград, который выпускает любой бренд, даже если это Дафт, то хуйня для меня. Поэтому я даже и так, я попробовал, понял, убедился 100%, что это хуйня. И дальше уже курить не стал, попросил забить мне другой вкус. Ну что, мой друг? Очень жирный бокс может стать твоим. Просто выполняй условия. Подпишись на мой канал. Поставь лайк этому видео, включи уведомления и напиши комментарий на тему, чего не хватает в этом боксе, чтобы ты туда доложил. Поэтому это вот такой вот коротенький выпуск, анбоксинг бокса и немного о четырех вкусах линейки коллаборации Black Burn и Слава Касаткин. С вами был Дава Дыма, обязательно подпишись сюда, потому что тут тоже конкурсы и много халявы. Всем пока-пока.